Всем большой-большой привет! В этом видео расскажу, как мы просто и легко сделали у себя на участке вот такой уютный летний прудик с фонтаном. Также расскажу, сколько денег на это потратили. Кстати, забегая вперед, скажу, что вышло совсем недорого. А если вам тоже нравится такой фонтан, как и мне, то смотрите это видео до конца. А мы тут ковыряем, решили возле клумбы сделать небольшой такой прудик. Я вот вчера купила емкость 1670 рублей, Байкал 150 литров. Вот, ну мы так посмотрели по ценам, вроде относительно недорого. Производителя он 1400 стоит, но там же плюс доставка еще на то и примерно и вышло бы. Так что вот тут вот сделаем прудик. А потом какой-нибудь небольшой фонтанчик. Ну, водопадик, фонтанчик, что-нибудь. Мы еще не придумали точно, но, в общем, что-то красивое будет, я надеюсь. Ну что, папа прудик мне вкопал уже. Вот так это примерно пока выглядит. Потом это все будет, конечно, вот тут я подсажу еще какие-нибудь растения. Вот там немножко земля еще подсыпется. Вот, как-то так. Ну и сейчас я пока просто наберу сюда воды. Потом уже мы будем его до ума доводить. А пока мне просто хочется, чтобы тут уже было какое-то озеро небольшое. Ну плюс оно усадку будет лучше давать. Но это так, конечно. Все, погнали. Первый налив воды. Это был первый день, первые кадры, эмоции просто шкалят, даже сейчас пересматривая это видео. Вот, и я уже радовалась, что у меня на участке появился хотя бы какой-то островок такой вот, да, хотя бы просто озеро, оно было совершенно без всего. Вот, сейчас это кадры уже на следующий день. Это я устанавливаю насос. Насос крепится очень легко, у него присоски на ножках, и он вставляется на дно бассейна. Тазик у меня не очень большой, но довольно-таки глубокий, на 150 литров. Я сейчас снова буду набирать воду, потому что я сливала бассейн. У меня вода из скважины, но это совершенно не обязательно. Можно, в принципе, добавить, налить один раз воду. И, соответственно, вот этот насос, он подает воду со дна наверх. То есть вода никуда не переливается, она сохраняется на месте. Единственное, ну, естественно, испарение воды, да. То есть уже там, смотрите, можно добавлять воду по мере испарения. А так, в принципе, большого объема воды не нужно. Данный вот тазик у меня, например, на 150 литров. Я считаю, что это немного. Ну, по крайней мере, когда я смотрела в магазине, там были такие большие вот эти вот бассейны и тазы, намного больше. А есть, кстати, еще меньше. Итак, как сделали? Купили понравившийся формы таз. В данном случае не сильно дорогой. Вырыли по форме таза примерно яму. И на глубину вот этой емкости присыпали. Обратно землей утрамбовали. Набрали воды. Запустили уточек. Цветочки, кстати, они светятся в темноте. Установили
установили тот самый насос в Леруа Мерлен, он стоил 1544 рубля. И наш фонтан готов. У фонтана три сменные насадки. Первая создает такой купол. Также вот эту крутилку сверху можно крутить, как видите, против часовой или по часовой стрелке, и, соответственно, изменяется немного направление воды. Или, как это сказать, форма купола. А для того, чтобы сменить насадку, нужно отключить его сначала, насос от сети. Потом насадка выкручивается легко и вставляется другая. Чтобы видео слишком не затягивать, я, наверное, сейчас вам ускорю кадры. В общем, всего три насадки у этого самого дешевого насоса. Ну, пока меня вполне устраивает. А вы уже сами смотрите, нравится вам или нет. Не знаю, как вам, но мне очень нравится, и пока что я решила остановиться на таком вот режиме вот этого колокольчика, купола. Не знаю, как правильно это сказать, но, в общем, вот на этом режиме, пока не надоел, пока вот пользуюсь им. Каждый раз насадки, конечно же, менять не будешь, а может и будешь. Ну, в общем, такая красота получилась. Можно подойти с кружкой кофе, посидеть рядом. Тем более те, кто нас давно смотрят, они знают, что у нас постоянно стройка, стройка, стройка. Вот, поэтому даже вот не обращайте внимания на задний фон, потому что у меня вот там недоделанный забор, не покрашенный, все в процессе. Вот, и вот такой оазис, он, конечно, прям спасает меня. В общем, хорошо всем. Хорошо мне, хорошо кошкам. Всем хорошо. Всем все нравится. И я вам обещала рассказать, подвести итоги, то есть во сколько это все обошлось. Сам таз на 150 литров, как я уже сказала, стоил 1670 рублей. Насос для фонтана с насадками 1544 рубля. Брали мы его в Леруа Мерлен. Я, кстати, ссылку оставлю в описании. Там есть другие насосы, они дороже. Вот мы взяли самый дешевый. Фигурка для пруда кувшинка, я точно не помню, я буду считать по максимальной цене, которую нашла у них на сайте, 150 рублей штука. Итого две штуки 300 рублей. Маленькие утята стоили 120 рублей за штуку, итого два утенка 240 рублей. Подводим подсчет, у меня получилось 3754 рубля. Воду и свет я не считала, так как это все индивидуально, сложно посчитать. У нас, например, скважина с летним водопроводом, ну, а электричество у нас, в принципе, не по самой дешевой цене. Ну, в общем, это в расчеты не входит, сами понимаете.
В дальнейшем буду пруд и территорию вокруг пруда улучшать, посажу вокруг растения, куплю какие-нибудь фигурки, возможно, обложу камушками, может быть, даже сделаю какой-нибудь водопадик. Но это все будет потом, со временем. Понятно, что нет предела совершенства, вот, но пока мне уже все нравится. А если вам тоже нравится, то вы знаете, что делать. Ставьте лайки, делайте репосты, можете подписаться на наш скромный канал, если вам не сложно или вдруг интересно. Ну и оставайтесь с нами. В основном у нас, конечно, видео сейчас про стройку. Всем удачи и пока!